Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон Дурова, всем здорово. Проблемка у нас тут такая возникла. Жека в прошлой серии снайперов забрал у меня корону. Вот, и поэтому в этой серии я намерен ее вернуть. Я ее сейчас верну. Жека! Ты где? А тут я, тут. Ну. Жека, я корону хочу свою вернуть, дай корону. Нет, давайте свою корону. А у меня пушка новая есть в этой серии. Нифига себе! Откуда у тебя пистолет в доме? Ага, он что, стрелять может? Ты убери, убери! Он что, стрелять может? Не надо! Па! Не ты что думал? Знаешь, что у меня есть? А у тебя что есть? Сейчас тебе покажу, что у меня. Видал? Нихрена! У тебя тоже пистолет! Ну дал, ну корону отдал! Корону! Корону отдал! Ну хорошо! Собака отдал корону! Отдал корону! Корону! Гнида, гнида! Нет, нет его там. Если он мне не хочет возвращать корону в реальной жизни, я заберу ее в Майнкрафте, в снайперах. А если ты хочешь видеть новую серию снайперов, ставь лайк прямо сейчас, потому что если не поставишь, ты мой пистолет видишь, а у меня их целых два есть. Если лайк не поставишь, то мало того, что новая серия снайперов не выйдет, так я тебя еще и папа. Па! Поэтому ставь лайк прямо сейчас, а я пошел корону забирать. Пошли, пошли. Новая серия снайперов по Сантре. Я вас убью всех. Да, всем привет. Всем здорово. Всем пу. Стефи не убил. Убийца проклятый, живодер. Живодер, капец. Я не живодер. Мама, вообще знает, чем ты занимаешься? Нет. Опа! Кто стреляет, ёпты? Ты там хотя бы барана на кухне не разделаешь по вечерам, нет? Кого баранов делаю по вечерам? Пацаны, почему у меня снайперка не работает? У меня такой вопрос. Кто мне скажет? Затвор. Почему у меня скилл не работает, пацаны? У меня такой вопрос. Это я не знаю. А, короче! Я пытаюсь свою корону забрать от Евгения. Нет, не надо. Не надо! Я пошутил! Господи, помилует! Я пошутил, Игорь! Мама дорогая. Не надо, пожалуйста, Игорь, успокойся. Убирать бой. Знаешь, что такое сдача? Сдача такая в магазине тебе деньги дают. А? Нифига себе. Да ладно. Если вы хотите знать, что будет. Давай. Что такое азбука, Игорь? Что такое азбука, скажи мне. Азбука — это такая книжка, в которой написано буквы. Нихрена. Ты знал это, Жека? Канал по фактам. Факту. Батл по фактам. Давайте вы... Ах так, Эдис. Господи, помилуй. Господи, кто стрелял? Кто стрелял? Эшкер! Ага, видели, он сам сказал Эшкер. Да я не горел ничего. Понятно. Я тебе лобящик прям пум заценил. Хорошо, а ты где был? А я тебе не скажу. Я тебе лобящик прям пум. Жестко. Познакомься за битбокс. Давай битбокс. Не, стой, батл. Если у тебя есть бит, я его убил. Ай-яй-яй, что за фигня, ты что там делаешь, парень? Кто, ёпты? Да кто стреляет, мать вашу? Я ничего не понимаю. Кто? Откуда? На меня Жека напал. Я-я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 -
Хорошо. А где это было, кто мне подскажет, пожалуйста? Игорь, скажи, пожалуйста. Эйзен в городе. В городе. В городе. Кажется, это располагалась мафия. В городе. В нашем городе. В городе, которого нет. Хорошо.
хорошо. Сейчас мы найдем. Там кто есть. Откуда? От верблюда, понимаешь, вот. А как ты меня отсюда увидел? Ты шо? Стоп, ты меня. Ты шо гони? Я просто что-то потерялся в пространстве. А по центре, короче, 2-0-0, ёп, ты понимаете? Это все хорошо. Это для меня все хорошо. Ну вы прячьтесь. Я спрятался. Ты спрятался? А где ты спрятался? Все, давайте начинайте, дебил. Давайте, раз. Просто я сижу в Давай. Дебил. Раз. Раз, два, три. Ребят, у меня проблемы. Кутная была горка. Проклятый! Успокойся! Молоко вкусно! Я пучу твое молоко! Иди пей! Такое! Господи. Подскажешь номер психушки? Ну в кову номер! Не в кову! Так, какой там? Давай, вылезай! Я вылез! Ну да. Ну да. Я же говорю то, что я тебя видел. Ты молодец. Так что ничего ты не вылез. Если бы ты вылез, то я бы тебя заметил. Окей, давай с этого начнем. Нет, ты просто слепой. Ага. Ну, то есть я тебя видел? Ну хорошо, давай, обзывайся еще больше. Хорошо. Еще как обзову? Да, обзови. Перехотелось. Обзови меня, давай. Ну кто такой, Ну обзови, давай. Тут ты, кажется, и так все понятно. У меня была тактика, молчать, чтобы вы меня про меня забыли, я вас убил. Ну что-то не сработало, да, Игорь? Да, просто стало надо что-то было сказать. Просто скучно стало. Так, что-то... Ёпты. Понятно все. Дебиль, придурок. Думал, я тебя не выву, да? А где ты был? А вот ни в кого. Ты серьезно, все это время вы. Ах ты же. Да. Пидастр. Пидастр, еще тот, конечно. Вот этот самый разговорчивый в этой серии, но я его еще не видел до сих пор. Я молчу. Я не участвую в вашем разговоре высокоинтеллектуальном, ребят. Вот это как раз таки очень плохо. Это все потому, что мы интеллектуалы. Естественно, я поэтому и говорю. Я не настолько умный, чтобы в этом принимать участие. Эй, Шкерри. Это проблема. Да. Да, Игорь. Да. Ты пал в моих глазах, Игорь. Это кто говорит? Этот человек 2 минуты орал всю песню Фейса. Вот так вот. Я тебя не вижу, поэтому ты никался. Ой, мама дорогая, не говори так, пожалуйста. Мне страшно сутулиться. Сутулиться? Кто сутулится? Пацаны сутулятся. Это геншит!
Жека, Евген. А вы... Ну ладно, я промолчу. НЕЕЕТ! Да что за фигня, Жека? Что такое? А все нормально. Евгений Евгеньевич! Все с тобой понятно. Предатель проклятый. Ты кстати, там сколько этих патронов, вот этих вот пупухов? Ну вообще этой пупухов что нет. Печально. Заколебал. Так а нахрена? Ебать! 2-0-0! Это все было зря, да? Это все было зря! Ты напердел там? Напердел. Давай 3-1-1, чтобы я как-то хоть выиграл. Хоть чуть-чуть. 3-1-1. Ладно, пацаны, давайте. Это какой счет? 3-1-1, да? Не, счет 2-0-0. Я молоко пью, подавайте. 2-0-0, да? 2-0-0. Я не понял. Знаешь? Что, не знаю я или что? Опа, ёпты, Игорь! Здорово. Игорь! Кто там? Кто там? Зуба сошел вообще. Игорь! Нет, это не Игорь, это Жека было. Понятно. Жека было. Жека кобыла, еще та. Жека, покажись! 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 Ну на секунду! Ну высунь мизинчик, пожалуйста, в окошко. Высунь. Неправда. Это был не мизинчик. Высунь мизинчик. Вот. Покажи мой винтик. Не покажи мне винтик. Нет, я такое не показываю, если по твоей части. Нет, ну покажи. Ну что такое? Ну покажи нам. Почему в Майнкрафте нельзя показывать фак? В смысле нельзя? Можно. Может. Помнишь, я не знаю, был скин? А, да, точно. Ага. Я знаю, где Игорь, зашибись. Фак. В смысле? Да, типа я тебя не видел, да? Сейчас я... Хорошо. Да, Игорь, да, сиди. Не, подожди, ты сиди. Ну да, хорошо, где я тогда, просто скажи. Ха! Это меня видели, понимаешь, меня раскрыли. Тебя раскрыли. Кто тебя? Так ты Жеку видел или меня тебе? Я тебе могу так сказать, он видел меня. Кто я, кого я видел? Меня. Меня? Не видел я меня, я тебя видел. Ой-ой-ой. Все печально. А где вот этот наш друг хохол? Плав! Вот этот самый, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас забыл. А, все, зашибись, Игорь меня спалил, зашибись, да? Игорь, ты... Ты... Жопашник, ёпты. Я не понимаю. А-а-а! Дебил! Ты же не сделал, придурок! Пулап! Вот это реальный пулап! Как ты меня с одного удара порезал? Батя научил в детстве. Ножик правильно держать нужно. Ну что, пацаны? Это, подождите. Я вернул на место свою корону. Ставьте лайкусики, если хотите продолжение, вы все это... Мне показалось ли там истребитель возле меня пролетел? Вы все этого заслужили, ставьте лайки. Да, вы все этого заслужили, ставьте лайки, а если вы подпишетесь на канал, то новая серия снайперов не заставит себя ждать. Поэтому... Подожди! Все, я вот тут, все, всем пока. Я рвняю запад. Я рвняю запад. Отпутите меня с этого дурдома, пожалуйста. Идите в швак. Пошел в зад.